Это канал основной Узбекистана, смотрит наш рабочий канал, там существует. И продолжение поступит, такое чтобы вещь. Два языка, языки вести, попробуем русским и узбекским. Что внутри? Постараюсь, чтобы получился у нас. Это экспериментальный. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Амма аммега. Соколор деген мошнаны. Запчас кылабыз өзү. Кимге жокса? Өзү аны билесиле. Лайк, подписаться. Машинка, соколодыган машинканы бузушна максат. Хоп. Кимге дүр керамас, бузулган ташы орган, ушу нарсаны топуп. Керали ма деталларын алып, жыгып, сотсо болады. Ойлеби бюджетке жардам болады. Бош вакытты унумлу өткөзүш. Бу хам бүт эш кылды да. Ким дурып, машина кайдан сырын йыгып турып, иски нарсаларны запчас кылып. Оладыган жолу көп өзү. Наркы сал көтөрүлүп калды, металл. Мана ар кыл мыс. Алюминийден наркы сал көтөрүлүп калды. Продолжаем, вот открыли. Здесь ничего земного. Потом батарейка или что-то. Сейчас видишь, да? Ходи, ходи. И ты, оказывается, батарейку поставили туда. А-а-а. Зарядка тоже работает. Вот такой батарейка там. И все, больше. Контактики остались здесь. Чуть-чуть. Схема тоже должен быть где-то, да. Вот. Добрались, в конце концов. Может, вот этот чип заберем, наверное. Может, по золоту там внутри есть. Да, блестит чуть-чуть вот. Пойдем, иначе там есть. Сейчас мы мало добавляем по золоту. Вот такой схема. Больше ничего сильного. Там вот ломался. Результат вот такой. Бадун, алюминий. Один батарей. Вот такой. И вот такой. Вот такой железкой. Тонкой. Это моторчик бесполезно его открыть, наверное, я думаю. 20 грамм. Не знаю, зачем хочется его открыть. Вот такой результат у нас. Кому понравится, поставьте лайки. Кому-то интересно, для себя тоже интересно. Свободное время занимаюсь, недавно начал вот такой.
Если интересно, в следующий раз. Вот у меня в телевизоре есть маленький автомобильный. Вот ближе покажу сейчас. Вот. Следующее видео. Это телевизор разберем. И от компьютера это блок питания или что-то называется. Там сейчас ближе покажу. Вот такую вещь.